Ну вот мы и в Тироле, в Австрии. Вот. Сейчас мы на высоте где-то около 2000 метров. Только что приехали. Вот такой вот здесь вид. Сейчас мы собираемся идти дальше вверх, а именно к Драхнзе. Вот, примерно ходьбы часа два в одну сторону. Вот. Однажды мы там уже были, так года 3-4 назад. И сейчас опять решили туда сходить. Вот также в планах у нас в этот раз и другие направления. Гор тут еще много, так что развлечений достаточно будет. Еще народ, оцените. Оттуда мы пришли, и туда нам еще дальше идти. Прошли мы, может, минут 20, я не знаю, сколько по времени, ну, предположительно, минут 20. Шикарно просто. Вау. Итак, температура сейчас у нас на улице что-то около 22 градусов. Фуй, время 11:30. В принципе, не особо жарко, но если учесть, что мы уже поднялись почти на 2500, то это довольно-таки хорошая температура. Велосипеда никому не надо. Они без моторчиков, они уже сдохли. Это, наверное, их палка.
Но вот это последний, как говорится, кусочек дороги до этого Зейбензея, до озера горного. Тут еще немножко осталось, поскольку тут уже везде идут всякие ручьи с этого озера. Снег лежит. Банда подтягивается. Дороги сбились. Вот так вот. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Просто не можем гору уже. Смотрите, какой шикарный вид открывается. Вера что-то там увидела. А, шрабик у нас. Речку. Подходим к озеру. Опаньки. Ну как вам? Вот туда, если наверх идти, дальше, вон туда, там есть еще как раз Драхензее. Вот, это вот по этой тропинке туда, так, наверх поднимаешься. Там есть горное озеро еще одно, вулканическое, по-моему, если не ошибаюсь, как говорят, называется на Драхензее. Не знаю, поднимемся мы сегодня туда или нет, потому что подъем туда довольно-таки прохладный, тяжеловатый будет. Посмотрим. Мы почти у цели, осталось чуть-чуть. Вон там на горе маленькие избушки, если я не знаю, камера если это может передать. Я, к сожалению, не могу зумин. Камера не настолько у меня борзая. Вот. Вот тут получается такая вот маленькая лебедка. Вот, ну, камера это не видит, конечно. Вот отсюда приезжает вот мужик, он продукты загружает. И потом маленькая вагонетка. Это все вон туда, наверх. Там и сверху такая маленькая гостиница. Там можно переночевать. Также кафетерий, вот куда мы сейчас пойдем. Туда продукты таким образом поставляют. Собакин радуется.
мы начинаем подъем. Ну что, народ, так мы не дошли до этого озера, не смогли, там уже наверху сильно много снегу, просто опасно стало уже идти, оставалось буквально чуть-чуть. Вот. Ну и по времени, нам надо еще 2 часа обратно идти, чтобы успеть на гондоль, иначе придется нам пешком еще 3 часа топать всю эту дорогу. Да, конечно, очень шикарно, адреналин по, что еще сказать, советую всем сделать такое. Прям как будто один к одному под работу, да? Закончился наш сегодняшний марш-бросок. Всем доброго времени суток. Сегодня мы поднимаемся на Цугшпице. И это мы сейчас будем... Вот отсюда вон туда подниматься. Вот так вот.
как свежо. Так, мы облачились в теплые куртки. Так, и нам, наверное, туда. Или? Или пешком пойдем, или? Но. Так, сейчас мы идем на смотровую площадку наверх. О, вот тут тепло. Вернее, холодно. Над уровнем моря. О, дети снег ни разу не видели. Ich bin so müde.